Саянск богат талантливыми, творчески одаренными людьми. А когда несколько таких исключительных представителей человечества собираются вместе, то в результате получается замечательный коллектив, способный всех покорить своей деятельностью. Вокально-инструментальный ансамбль «Парадизель». Этому увлеченному музыкой коллективу 10 лет. На прошлой неделе состоялся отчетный концерт ансамбля. Музыканты назвали его «10 оборотов вокруг солнца». Шагай по Саянску, по ночному городу. Я иду, потому что у меня есть ноги, я умею ходить, и поэтому иду. И иду навстречу цветы перинам, мимо пролета дорогие люди. Женщины пронутят под горящими глазами, холодными тисами, золотыми волосами. Город сказка, город мечта, попадает. В составе ансамбля мужчины. За ударной установкой Дмитрий Дроздов, сольные партии на гитаре исполняет Денис Сутурин, на бас-гитаре Алексей Балдаков. Также он является вокалистом коллектива, главный человек «Парадизеля», его основатель и руководитель Валерий Васильев. Кроме того, он автор и исполнитель многих уже довольно известных в городе песен. На губах тёплый дождь, холодя свежий ветер. Ни на что не похож, как Red Hot Chili Peppers. Мои струны слегка устали, котировки мои упали. Дождаться бы проще спокойной ночи. Ансамбль «Парадизель» популярен не только в Саянске. Коллектив довольно часто приглашают в Иркутск и Ангарск, что совсем не удивляет. Авторские песни коллектива брутальны и оригинальны, и у них уже есть свои поклонники. Вот видишь, все просто, как утренний кофе. На мелкие вопросы, ты в этом профи. Просто скажи. Я хочу узнать, что же случилось в этот раз. Но не говори, что все прошло. Не говори, что все игра, что все закончилось вчера. Это невозможно осознать. Кроме авторских, в арсенале «Парадизеля» кавер-версии на популярные песни. И с каждым годом их количество увеличивается. На отчетном концерте таких композиций прозвучало более 10. Звездная пыль, но забота, мягкая треска, меньше ты мне, и нашла ты вовремя урок. Солнечный день, после вечера в снах, группа крови. Не остаться в этой стране, не остаться в этой стране, пожелай.
Зрители в зале, несмотря на то, что их было не так много, активно поддерживали артистов, бурно аплодировали и кричали «Браво!». А когда звучали знакомые композиции, с удовольствием подпевали. В зрительном зале, кроме поклонников творчества ансамбля «Парадизель», были и ценители настоящей живой музыки и профессионального исполнительского мастерства. Пришел на концерт и мэр города Олег Боровский. Нас хоть и мало, но нам позавидуют все те, кто к нам не пришел, не присоединился, не послушал этот замечательный концерт, потому что в наше время такое, знаете, вот этой компьютер, электронной музыки, посидеть, послушать в зале виртуозную игру на электрогитаре, голоса, которые звучат естественно, не какая-то фанера, наверное, дорогого стоит. 2 года назад, опять же, в соцсетях ко мне обратились, Олег Валерьевич, вот у нас есть такая группа «Парадизель», нас знают в Иркутске, в Ангарске, но не знают все в Саянске. Меня пригласил, давайте приходите, пообщаемся, побеседуем, что надо. Оказалось, нам-то все простое вот. Чтобы была возможность где-то репетировать, заниматься. Они даже зарплату не просили, сказали, дайте нам где заниматься. Но зарплату небольшую положили. Но вот сегодня я, послушав отчетный концерт, нашему местному министру культуры сказал, что надо увеличить в 2 раза. Да, Свет? Начальник управления культуры Светлана Каплина вручила музыкантам благодарности за творческий вклад в культурную жизнь города. Директор Дворца культуры «Юность» Елена Кошкина преподнесла музыкантам теплые подарки. Огромное спасибо, что-то с голосом. Я пела, я танцевала. Я получаю такое наслаждение 1 раз в год, надо чаще. Спасибо огромное. И небольшие подарки. Я иногда пересматриваю ваши клипы, очень нравится. Думаю, вот люди снимают на природе, в дороге, когда в машине, когда еще где-то. Вот что... Носки, я надеюсь, связаны. Что? Чуть-чуть не угадал. Что нужно, кроме фляжки? Нужно что-то теплое, легкое, чтобы и в сумку положить, и в чемодан, и в машину можно было. Что-то такое теплое и шотландское немножко. Это шотландские юбки, да? О которых я мечтал.